текущем году на территории города Каспийска проходит голосование за улучшение общественных пространств в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, что в 2023 году в Каспийске благодаря данному проекту было благоустроено 4 общественных и 5 дворовых территорий. Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что благоустроили сквер Азиза Алиева. Вот, очень приятно, часто прохожу, часто замечаю, что приятно посидеть под, как говорится, на свежем воздухе под приятную беседу. Очень грамотно и аккуратно все это организовали, и буквально в течение некоторого времени, я вот обратила внимание, это все завершили, эту работу. На этот раз на голосовании представлены следующие территории: бульвар по улице Орджоникидзе 19Б, по улице Ленина 33Г, площадь у мечети имени Фатхуль Ислам по улице Эмирова 77, сквер по улице Батманова 3 и сквер у стелы памяти пограничников, членов их семей и гражданских лиц, трагически погибших 16 ноября 1996 года, а также сквер по улице Назарова 1. Волонтеры города Каспийска еженедельно выходят на общественные территории и знакомят жителей города с акцией, а также помогают жителям пройти голосование. Кроме того, в период всероссийского голосования выборы президента 2024 на избирательных участках волонтеры также предлагали горожанам выбрать объект, который, по их мнению, нуждается в благоустройстве. Выбрать ту или иную общественную территорию также можно будет на портале 05городсреда.ру.